пока еще не совсем темно, сниму. Это я южнее психушки. А поставил лагерь, мне выселили, так сказать, из психушки из-за, скорее всего, жалобы УСИН по промышленному району. Звонка, так сказать, я утром услышал полтавский полиция, такие слова на ресепшене, и через какое-то время меня неожиданно выписали, так сказать. Хотя срок еще не прошел, даже минимальный, там 18 дней. Через 17 дней мне выписали. Вот. Да, цвет какой-то фиолетовый.